В Вятском Посаде гуляли в минувшее воскресенье. 14 января отпраздновать Старый Новый год орловчане поехали именно туда. Веселье, народные забавы и праздник для души. Отдых получился культурным. Кстати, это первое празднование в истории духовно-православного комплекса. Всех поздравляем со Старым Новым годом. Желаем всем здоровья, счастья, самых наилучших пожеланий. Чтобы все худшее осталось в прошлом, а тут, чтобы все были здоровы. Старый Новый год – возможность для орловчан еще раз отметить наступивший 2018-й. Такая традиция в нашей стране появилась ровно 100 лет назад, после введения григорианского календаря. Я первый раз, мне очень понравилось, с праздничком всех. Большое настроение. Для нас здесь тепло, потому что мы из Якутии. Здесь уже почти уроженцы, 10 лет скоро будет. Так что всем привет. В Вятском Посаде праздник получился семейным. Дети радовались, бегая за звонким колокольчиком, но все же главным людным местом стало катание с горы. С ветерком, на ватрушке, на ледянке, съезжая вниз, дети визжали от восторга. Все понравилось, то, что тут красиво очень. Ну, горка понравилась. Очень быстрая, красивая. Прохладно, но если хорошо одеться, я думаю, что можно кататься хоть до ночи. А согреться можно было горячим чаем на травах. Некоторые так и делали. А еще какой праздник без солдатской каши? Проголодавшихся ждала полевая кухня. Виктория Юркова, Эдуард Чернаускас, телеканал «Первый областной».